Garcia. The band B, Anna Stetiki, Ivan, in red singlet, Arthur Taymazov, Russia, in a blue singlet. Уважаемые зрители, сейчас мы приглашаем ваше внимание на ковер Б, где встречаются борцы полутяжелого веса, вторая пара. И в этой паре борются сильные борцы, в том числе один из сильнейших борцов мира в этой весовой категории, представитель команды Исламской Республики Иран Аббас Джадиди. Ему 30 лет, он из Тегерана. 13 лет занимается вольной борьбой. В прошлом году Аббас Джанеди стал чемпионом мира. А до этого, в 96 году, завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Атланте. Неоднократный призер чемпионатов мира, чемпион Азии, победитель Кубка мира. То есть очень много титулов у этого спортсмена. Артур Таймазов в синем трико моложе своего соперника на 10 лет. Представляет Владикавказ, Республика Северная Осетия, Алания. Спортклуб Аланы. Постоянно тренируется под руководством тренера Хасана Апаева. Является победителем всемирных юношеских игр. Также победитель первенства мира среди юношей. Thank you.
категории до 97 килограммов. Второй круг соревнований, группа Б. Олег Кололев, Россия, Джон Куртис, Соединенные Штаты Америки. The mat A, Олег Кололев, Russia, Джон Куртис, USA. На таблице положенное время. Счет схватки 1-1. Выступает представитель команды России.